На уходящей неделе по меньшей мере 15 мигрантов были найдены мертвыми у побережья Туниса и на границе с Алжиром, сообщили местные власти. В июле протесты местных жителей заставили власти выселить тысячи мигрантов из города Сфакс в пустынные районы на границах с Алжиром и Ливией. Правозащитники осуждают это. В правительстве утверждают, что создают для мигрантов все условия. ولكن نرفض أن نكون لا أرض عبور ولا أرض توطين. В основном мигранты отправляются из Сфакса на итальянский остров Лампедуза. В воскресенье с визитом в Тунис прибудут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджо Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ожидается, что они обсудят с президентом Туниса Каисом Саидом финансовую помощь от ЕС. В Брюсселе надеются, что благодаря этим деньгам Тунис будет активнее бороться с перевозчиками мигрантов.